Что ж, сделаем мы себе чешуйки, сэкономим. Разрушитель? Нет. Вот что самое важное, это кошмарная кирка, да. Все, забудем о золотой. Золотой больше не существует. Так, еще мы сделаем себе молоточек, то бишь разрушитель. Оп, все. Чуть не продал. Так, и еще я бы хотел себе сделать что-нибудь. Но у меня не хватает ни того, ни другого. Дриада. Дриада пришла к нам, она не забыла нас. Все отлично. Выкладываем этот шлемик сюда. Не знаю, что делать. Честно, не знаю. Радость. Радость переполняет. Это хорошо. Так. О, у нас еще демонитик. Тут демонитик. В общем, на все нам хватает. Даже можно немножко подчитерить. Так. Если на это идет 10, 20. О, 25. 20. А. Слишком много ресов уходит, если честно. Слишком много. Тут 15. Я тут еще подумал о том, что можно его завалить второй раз. Но уже круче будет, потому что я знаю тактику против него. Демонитик мы, конечно, уберем. И сейчас еще разочек его завалим. Бутылочка у меня здесь, она всегда при мне. Ну, вы видите, как все лагает. Ладно, пофиг. Давай. Ну, вот. Ужасный порошок. Какое же плохое слово, порошок. Оно называется павдер. Павдер — это пыль по-английски. Ладно. Пылька. Сэкономим грибочки. И сейчас мы еще разочек его завалим. Это уже будет полегче, как я уже говорил. Джозеф приперся. Не могу сундук из него открыть. Смог. Все. Сейчас еще разочек завалим. Кроля при мне. Демонитовый недалеко. Все отлично. Сэкономим и гниль, конечно, опять. И валим. Валим, 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 валим. Очень обидно, что на Хэне работает хил. Обычно он у меня всегда работал. Самое главное, это завалить червячка до наступления ночи. Потому что ночью его не видно. Это опечаливает. Скорее, скорее, скорее. Будет у меня полная демонитовая броня. По-моему, я слишком много говорю. Да ладно, пофиг. Ну, я думаю, его уже можно... Ай-яй-яй-яй-яй, куда? Писча. О, да я тут еще и не все собрал. Ну, в общем-то, поперли. Без предупреждения, вот так вот. Не буду тратить патроны. Надо на бошку тратить. Не затупить, не затупить. Затупил. Хилка не... Хилка заработала. Я вспомнил, это когда жизни мало, она только работает. Все отлично, хил работает. Тупой червь не хочет правильно ко мне выходить. Еще и застрял. Сложился в пятеро. Он атакует сбоку. Мне нужно, чтобы он снизу подошел ко мне. Чтобы он нормально вальнул. Эй, дурень. У меня патронов уже на него мало. Боюсь, даже не хватит. Так что будем экономить и стрелять в голову. Вот. Да он тупой. Честное слово. Ждем. Ну-ну-ну. А, скотина. Как-то он тупо там. Лазить не везет. Патронов мало. Во-во-во-во-во. Вот так и надо было сразу. Так, больше не стреляем. Ждем. Между прочим, он мне даже еще ни разу не коцнул. Не дотронулся до меня даже. Ага, залазил. Ладно. По-моему... О, он разделился. Получай, скотина. Сегмента нету. Все, он остался один. Самое главное, это стрелять в голову. Слизень задела, но это хорошо, наоборот. Мне гель нужен для факелов. Уже ночь, между прочим. Господа, пора заканчивать с ним. У меня слишком мало патронов. Все, капец, надо стрелять в голову. Я не боюсь умереть в террариуме. Это не то, что в Майнкрафте потерять все вещи. Поэтому я такой спокойный, если вы думаете. Блин, опять я что-то сморозил, ну ладно. 53 патрона. Стоп, вот с этого момента... Осторожней с патронами.
42. Чё-то я не рассчитал. Это у меня не мега-акула, между прочим. Блин. Сдохни, червячок. 27 патронов. Ну! Последний сегмент. 14 патронов. Ну, в принципе, я уже точно завалил. Блин, медленный урод. Все, мы победили его, Еще разочек. Теперь на все хватит, в этом я уверен. Он зомбари подлатые ходят. Но они мне не нужны. Так. Дрядка, а что она там, кстати, продает? Магазинчик, всякую хрень продает. Желуди, это бесконечная древесина. Все отлично, откроем подарки, ничего нету, открываем, ничего нету, открываем, ничего нету, открываем, ничего нету. Не видел, вот у меня зато дофига хилок. Ах, не успел бухнуть, ладно. Сердечко, мне нужна медсестра, ее нет нифига. Что же мы создадим? Создадим мы демониту. Демонит, демонит. Печа, печа. Демонитовые слиточки. Да, его нужно уже продавать, по идее. Но нет. Так, что, мне нужна броня, и все. Я буду полностью в демоните, а после этого мы завалим. Этой же ночью я попробую сейчас завалить. Да что пробовать-то? Я завалю очень хорошего перса, называется он. Так, ладно, хорош болтать. По-моему, да, я продал шлем шахтера.